Всем привет, с вами снова я, Александр, и это второй мой ролик на этом канале, да и в принципе с вебочкой. Так что обязательно лайкосик сразу же, я думаю, это заслуживает. И сегодня мы играем в Tabs. Так что заходим в компанию, в режим пираты, точнее компания пиратов. Так, вражеский капитан, вот оно, ребята. Сейчас будем против вражеского капитана сражаться. Причем он выглядит очень каким-то опасным на самом-то деле. Я думаю, у него, как всегда, дофигища хп будет. Потом пушки, мне кажется, тоже вообще будут сносить все, что можно. Интересно, у них какие-то взрывные снаряды или просто разносят. Так, давайте для начала я хочу вот просто поставить мамонта и посмотреть, что с ним будет. Бах! Все, мамонта нету. Два выстрела пушки и буквально там пару ударов... А, пару выстрелов, наверное, этих чуваков, и все. И мамонта нету. Ладно. Так, еще что мы можем сделать? Мы можем... Ну, Зевс будет тут плох, потому что тут эти чуваки бронированные, деревянные, которых Зевс вообще не берет. Потом, может быть какие-нибудь... Даже не знаю, может... Во-первых, надо отвлечь чем-то пушки. Пушки отвлекаются у нас бардами прекрасным образом, поэтому мы бардов вот прямо вот сюда напротив пушек этих ставим. Я надеюсь, эти чуваки сразу не выстрелят. Да, отлично, пушки стреляют. Пушки разряжаются, это супер. Я надеюсь, они перезарядка у них довольно длинная. Вот, поэтому далее. Далее, ребят, кого мы сможем использовать? Может быть, хвачка, которая сразу же по вот этому главарю выстрелит, точнее, капитану. Вот, потом maybe какой-нибудь, не знаю, дракон. А почему нет? Дракон, кстати, вот как раз должен дракон хороший урон наносить по вот этим бронированным. Слушайте, а давайте реально, дракона я давно не использовал. Давайте вот так вот его поставим. И еще, знаете что? Еще нам нужны, наверное, самураи. Вот тут вот. Которые будут идти. Которые будут идти. И будут стрелять по ним вот эти чуваки. Ну, а нет, 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 стоп. Самураи должны быть все-таки чуть дальше. Чтобы их вот так не снесла пушка. Чтобы их пушка не снесла. Они должны быть чуть дальше. А вот полурослик, ну или неважно кто, должен быть прям вот с, как можно ближе к пушке. Как можно ближе к пушке. Вот, потом. Кто-то, кто издалека, мне кажется, может обстреливать их. Кто-то, кто сможет издалека убить. И, возможно, это змеиные лучники. Слушайте, они неплохи. Они неплохи. Ну, наверное, два. Наверное, два неплохи. Вот. И, может быть, просто обычные лучники, которые будут стрелять. Или ниндзю. Или ниндзю поставить. Но для ниндзя нужно, чтобы кто-то отвлекал. Отвлекать особо никто не будет. А, может быть, блин, вот... я даже не знаю, может какой-нибудь... Может какой-нибудь вождя поставить? Вождь мощный, слушайте. Вождь мощный, давайте вождя. Ну или так, чисто. Вот, все, посмотрим. Посмотрим, что у нас будет. Так, первая пушка выстрелила по дракону. Это плохо, это плохо. Я так не хотел, давайте дракона чуть назад отодвинем. Так, династия, дракон. Вот так, видимо. Так, ставься. Блин, все равно ставится слишком близко, конечно. Пушка, пожалуйста. Что-то все плохо. Дракон же умер. Вождь утонул. Ладно, не тону. Так. О, хорошо, по капитану, по капитану. Капитана, кажется, убили. Так, теперь главное пушки. Хвача. Главное по пушке попасть теперь. Хорошо, минус одна пушка. Так, теперь надо как-то очень аккуратно сделать так, чтобы вторая пушка рассыпалась у нас. До выстрела, пожалуйста. Нет, мимо, 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 мимо. Пожалуйста, попади. Попади по пушке. Вот да, я просто так вот сделаю. Супер. Так. Эти чуваки стреляют, эти чуваки стреляют. Так, лучник, 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 пожалуйста, сделай что-то. Так, и я. Окей. Окей. Так, 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 вот, давай, подвоим, 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 сразу, подвоим, давай. О, хорошо, хорошо, хорошо. Он жив. Как он так жив? Нет, да что это, как он так живет-то? Ладно. Но это было близко. Это было близко. Нам нужен не дракон. Дракон вообще бесполезный, он даже не доходит, он даже не начинает вообще ничего делать. Дайте монахов. Я поставим монахов вот сюда. Три монаха. Все, пушка. Хорошо, вот сейчас пушка как надо. Выстрела так. Хвачка, ты должна сразу стрелять куда надо. Сразу по королю. Ой, точнее по королю, поэтому. По... Как он называется? Ну, пират, короче, главный. Капитан, вот. Или по пушкам. Хвачка бесполезная. Хвачка, когда я в нее не играю, она бесполезная. Она просто ни по кому не стреляет, смотрите. О, попала, неужели по королю? Окей, я его буду королем называть, не пофиг. Так. Давай, ну.
Отличный выстрел. Прекрасный, молодец. Вражеский корабль обстреляла. Ну не, ну тут ханы, говорят, можно сразу перезапускать. Теперь то же самое, только я управляю. Так. Хорошо, минус одна. Она успела выстрелить до того, как я вселился. Так, теперь вот в эту. Мимо. Окей, бывает. Бывает. Еще, значит, раз. Еще, значит, раз. Так. Да как опять мимо-то? Как опять мимо-то? Ну что это? Пожалуйста, вот так вот. Все, ладно. Так, и теперь вот этим. Вот этим просто. Она застряла. Она застряла. Говно. Говно тактика. Надо что-то другое. Надо что-то другое. Так. Этот полурослик правильно отвлекает пушку. Это правильная тактика. За 100 монет разрядить пушки первым выстрелом, это прям самое, что есть вообще хорошее. Так, потом. Я не знаю, может нам нужны... О, я придумал, кто нам может помочь. Фейерверочные лучники. Во! Вот так вот просто делаем. Они, кстати, довольно дешевые. Даже, ладно, они дорогие, но мы их можем много поставить. Вот, потом. Самураи. Самураи, конечно же. Так. Только тут, наверное, зря я их ставлю. Вот, наверное, как-то вот так вот надо. Чтобы в полурослика все-таки пушки у нас разрядились, да? Так, я надеюсь. И... А, ну все, у нас больше никого не хватает. Значит, дубиноносца. Все. Так. Так. Фейерверочные лучники. Давайте, пожалуйста, попадайте как надо. Попадайте как надо. Просто как надо давайте. Пожалуйста, как надо. Как надо. По пушкам, пожалуйста. Офигеть, они взрываются. А, это свои взрываются. Это от фейерверков как раз. Так, хорошо улетел. Пожалуйста, ну по пушке, давайте. Хорошо по пушке. О, пушка взорвалась одна и вторая. Не, слушайте, хорошая тактика, хорошая. Кажется, все, должны убить пушку. О, попали. Пушки, правда, пока пофиг, она еще стреляет. Но у меня еще все живы и взорвалась. Найс. Вот это вот я понимаю тактика. Так, следующий уровень. Следующий у нас уровень. Ага, прямо не с корабля атакуют, значит. Мы их должны принять на нашем острове. Вражескую команду. Так, хорошо, три пушки. Три пушки, подрыватели, подрывники, гарпунщик, неприятно, и капитан снова. Так, что мы с ними сделаем? Вот мне кажется, вот здесь хвачка как раз будет идеально, как думаете? Так, где там наша, боже мой, где династия? Где династия? Вот она, династия. Хвачка, раз, хвачка, два, хвачка, три. Вот так вот просто. Просто градстрел мы туда запустим, и все. Да хвачка 4 просто. 4? И кто-то для отвлекания. Для отвлекания желательно какой-нибудь, кто не умрет быстро. А, или просто кто не пойдет на них сам по себе. Бард 1, бард 2 и бард 3. Так, хорошо. Просто градстрел, посмотри, у меня аж лагает. 50 FPS, когда эти стрелы все летят одновременно. Так, давайте. Еще раз. Да, хорошо. Куда? Хвачки. Гарпунчик промазал? Или это что было? А, ну все, у меня осталась одна, да? Ну да. Не, хвачки тупые, они очень тупые. 4 нет смысла. Нужна одна, за которую я буду управлять просто. Ой. Нужна одна хвачка. Нужна одна вот где-то тут. Потом. Возможно, нужен какой-нибудь... Может, обезьяний король или ярл? Давайте ярла поставим, посмотрим, что он сможет сделать. Правда нет, его надо вот сюда ставить, а бардов тогда поближе. Или самураев даже. Но не так, так. Вот. Так, барды-то не нужны. И фейерверочные лучники давайте, они все очень хорошо показали в тот раз. Вот так вот просто мы их ставим и все. Так, смотрим. Хорошо. Так, а, точно, я же должен был усилиться. Смотрим. И по кому мы стреляем? Ни по кому мы не стреляем больше. Почему она по мне решила выстрелить? Почему эта пушка? Она что, такая умная? Так. Ну-ка. Так, ярл живет, смотрите, ярл живет. Хорош. Он, кажется, этого убил. Найс, вообще найс. Ну и все, пушки вроде фиг знает куда стреляют. И мы их должны просто сейчас убить. Найс, минус одна. И вторую тоже взорвали. Отлично, остался один динамитчик. И его тоже застрелили. Не, супер. Хорошо. Ага, они снова в окружении, значит. Снова окружают нас. Только в этот раз двух кораблей с пушек.
Плюс гарпунщики опять, плюс еще эти подрыватели. Ой-ой-ой, как неприятно. У нас много денег, слушайте. А мы успеем? Вот эти чуваки. Они смогут справиться? Я надеюсь. Я надеюсь, что они смогут. А дальше пушек мы будем убивать, знаете как? Да теми же фейерверочными лучниками. Сейчас я просто их поставлю, найду. Вот же они. Вот так вот. Ну и самурайки. Все, пофиг. Поехали. Не очень как-то не успели, если честно. Эти монахи. Ну ладно. А лучники лучше? А лучники что-то тоже не очень. Блин, капец этот месяц, конечно, гарпунчик. Охренеть. Охренеть. Что за имба? Ладно, ханыга. Так. Хорошо, говно. А давайте попробуем мушкетчиков поставить, чтобы они как бы прошили. Просто вот этого, чтобы прошили, вот этого, чтобы прошили. Вот этих двух, вот этих двух, вот этих двух. И вот этих двух. Давайте запустим. Успеет? Успевает вроде, выстрелить успевает. Но никого не убивают, да? Просто никого. А нет, кого-то. Кого-то убивают. Ладно, пофиг. Ярлы. Хочу ярлов. Хочу ярлов просто. Раз, два, три. И каких-нибудь... Да тех же самых лучников. Почему нет? Фейерверочных. Раз, два. Все. Самурай. Посмотрим сейчас. Не, по-моему, бесполезно, если честно. Эти чуваки. Так, а, не защитила. Пушка его заваншотила. В принципе, логично. Так. Так, так, так. Что у нас происходит? Вот это сможет с пушками справиться? Пожалуйста. Убей пушки. Дай пушка одна в другую просто выстрелит. Ты в него попала? Да ты... Боже мой. Ну, наконец-то. И сейчас вторая пушка тебя... Нет, она промазала, походу. Хорошо ты ее, хорошо ты ее. Отлично, она промазала. И теперь гаси. Ну, пожалуйста. Хорош. Хорош, чувак. Так, а там еще один, там еще один. Надо в эту поселиться. Так, 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 так. И мы тебя просто... Видишь, пушка упала, пушка упала. Как ты попала? Как ты по мне попала при этом? Упавшая пушка. Ладно, так. О, этот уже дошел. А мы сейчас с другой стороны. Да! Почему ты упал? Почему ты упал, чувак? Так. Подходим, подходим, подходим. Аккуратно, аккуратно. Осторожно, карабкаемся, карабкаемся на корабль. И просто с двух сторон. Не, отлично. Не, ярлы жесткие. Они прям мощные. У нас теперь есть 4 вот таких чувака. Или это вражеские? А, это вражеские? Серьезно? Это вражеские? У меня 0 показывает моих красных. Понимаю, то есть они прямо на моей территории заспавнились. Класс, класс, одобряю. И что делать? 5-4 пушки в меня смотрят. 5 чуваки. Ладно, давайте ярлы. Давайте ярлы. Один ярл прям вот тут, вот в них. Должен их уничтожить. И так, так. А все, да? Давайте галеру поставим, я не знаю. У нас свой корабль. Мы сами тут приплыли. Блин, ну что-то такое себе, конечно. Что-то галера как-то так себе. Хотя нет, смотрите. Тыкает, тыкает. Нормально. Так, ярлы, вы чё, блин, вместе стоите в одном месте? Ой, боже мой, кринж. Они просто встали в одно место, чтобы их каждая пушка обоими ядами задевала. Класс. Умные пацаны, конечно. А, ладно. А может, валькирии? А может, валькирии? Они смогут наброситься там как-нибудь, напрыгнуть? И по ним пушки не попадут? Ага, не попадут. Понятненько. Как прям не попали? Не, слушайте, ярлы жесткие. Ярлы очень сильные. Давайте тогда пофиг на центральных. На центральных вообще насрать. Мы просто... Всех уничтожаем, всех очищаем. Берем раз, два. Ой, раз, два. Три. Чё? Ты что посинел? Чувак, ладно. А, это линия на нём. Хорошо. И возможно, каких-нибудь просто берсерков. Так, вот. Хорошо, я понял. В принципе, неплохо. Давай. Пушку быстрее, быстрее. Хорошо, разнес. Так, вот этих дураков тоже разноси.
Берсерки подошли, смотри, сейчас загасят пушку. Берсерки загасили пушку, красавчики, пацаны. Так, теперь главное, чтобы по нам всем не стреляла пушка одна. Офигеть, они летают. И слушайте, берсерки очень хороши против пушек. А, он застрял, я понял, у него там застряло. Короче, найс, найс. Найс. Так, смотрим, что у нас дальше. О, у нас есть пират. У нас есть наш пират-главарь. Хорошо, защитить капитана у нас цель. Блин, интересно, если его убьют, все-таки будет... Мы сразу провалили уровень или нет? Я думаю, что нет. Ладно, так, но мы ярлами. Ярлы очень хороши против всех этих чуваков. Поэтому мы их ставим дальше. Так, где викинги, ярлы. Отлично. И просто, в принципе, раз, два, три, четыре уже не ярлы, а берсерки. Два берсерка, вот так. Все отлично, смотрим. Смотрим, так, капитан, ты тоже должен уже сражаться, хорошо. Так. Так, хорошо, защита. Оп, защита не пробита, найс. Найс, блин, ну там, кстати, плохо на самом деле. Так, чувак, пожалуйста, иди на пушку, 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 иди на пушку. Сейчас будет стрелять, нет. Гаси, 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 ломай. Хорошо, мимо, найс. Так, не, отлично. Так, а, в смысле, там всех убили? Пушки-то все живы. Черт, ладно. Ладно, я вас понял. Давайте еще раз. Просто пушку надо сразу сломать. Просто надо сразу сломать пушку сраную. Сраную пушку. Ломай, ну ломай, пожалуйста. Ломай, ломай. Спасибо. Так, капитан. Отлично, минус две пушки. Так. Ты гаси, так, капитан, 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 хорош. Так, ты, пофиг на тебя. Блин, ну тут пушка, теперь мы до нее не доберемся. Просто никогда в жизни. Ай, кринж. Так, нужно пофиг пройти просто. Отлично, ты задоджил, ты задоджил. А что ты лежишь-то? Что ты лежишь-то, чувак? И урон не проходит, когда он лежит. Опа, опа, ползем. Ай, проходит. Капитан, капитан, что ты можешь, что ты можешь? Где ты все можешь? Ничего не можешь. Мне не нравится, мне не нравится. Что с ними надо сделать? Что за варвары? Понял. Давайте. Давайте, берсерков много. Много берсерков просто. Они же все кидаются. Они просто должны пушки сломать. Отлично! 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 О, какие красавцы берсерки! Какие молодцы! Вы посмотрите, что они творят! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Имба, просто имба. Просто пушки нам не страшны. Просто летают, охренеть. О, изикатка. Вообще изикатка. Я их недооценил. Я думал, они не прыгают. Я думал, прыгают только ярлы. Ну, хотя они тоже не так прыгают. Блин, я вообще забыл про них. Берсерки имба. Опа! А теперь мы должны загасить эту королеву. А что за королева? Ну? Что такое? А мы должны ее загасить, да? Хм. Мне кажется, это легко будет. Раз хвачка. Два хвачка. Три хвачка. Четыре хвачка. Они же прям идеально в центре. Просто чтобы все стрелы со всех сторон просто... И нету их никого. Так, и отвлечение. Отвлечение. Раз, два, три, четыре. И вот так, пять, шесть, семь и восемь. Нет, все. Поехали. Хвачки, давайте. Как надо, как надо, как надо. Ну, слабовато, отлично. Они пошли в ту сторону, а мы, значит, отсюда просто. А, блин, у них гарпунчики, это плохо, это очень плохо. Если гарпунчик сейчас один выстрел просто по хвачке и ханыга. Так, стреляй. Так, ему так. Подъезжаем, хорошо. Блин, а эта королева-то жива. Капитанская дочка, блин. О, нет, не жива. Найс. Отлично, хвачки все-таки тоже имба. Но еще имбой, это моя тактика просто. Моя тактика для прохождения всех уровней. Просто имба. Поэтому все, небольшое племя. О, и нам уже как раз таки вот это замечательное, как это называется? Ну, короче, раса, я не знаю, пираты, короче. Нам уже открыто, и мы теперь с помощью... Пушка всего 1000 стоит, всего 1000. Она такая имбовая, у нее перезарядка такая быстрая. Она вообще жесткая, блин, эта пушка своим ядром. Офигеть, я думал, будет 1,5 минимум стоить. Минимум просто 1,5. Ну нет, и гарпунер 300 тоже жесткий. Бомбометаль 250, блин. Не, они все жесткие. А стрелок с мушкетом, это бочки? Это в бочке, офигеть, он же бронированный, как просто как моя жизнь. А он стоит всего 160, офигеть. Ладно,
Короче, и капитан довольно дешевый и мощный. Я не знаю, справится просто один капитан. Один капитан и вот эти. Офигеть, посмотрите, сколько их могу наставить. Они же непробиваемые, неубиваемые. Просто, мне кажется, здесь катка должна быть. Что нам эти бомжи могут сделать вообще? Хотя, блин, у них там на самом деле, блин, да, и эти. И эти. Не, слушайте, они сильные. Они сильные, я их все-таки немножко недооценил. Хотя нет. Хотя да, недооценил. Ладно, окей. Но, короче, этот уровень мы уже, ребят, пройдем в следующей серии. А сегодня на этом все. Так что обязательно ставьте, еще раз повторюсь, лайки. Ссылочка в описании на мой канал основной по Майнкрафту, если вдруг кто-то еще его не видел. И на самом-то деле увидел этот канал раньше, чем основной. Я думаю, такие уже есть. Вот. Ну и не забывайте там, я не знаю, комментировать. Комментарии там тоже снизу. И, ребят, всем пока!